Принесли три бутылки литровые на сдачу. Buenas noches. И купили три бутылки литровые брахмы, индийское пиво. Вот. Сейчас мы сдадим три пустые бутылки. Да. Как все получим где-то в среднем, по-моему, скидка 25% сейчас посмотрим. С этих всех трех бутылок. Как же это все мастерское? Первоначальная стоимость этих бутылок, она где-то примерно 600 песо. Короче. 470 было. Сейчас сниму. Какой счет будет? Сейчас я. Да, чек. Чек. Бать, сюда давай ее. Вот выходит 1473 песо за 3 литровые бутылки брахмы. Делите это смело. Брашки. Да. Делите это смело на 5,5 и получите рубли.